Воу-хоу! Добро пожаловать! Это снова мод для Half-Life Report 1. Расширенный эдишн. Добро пожаловать! И мы продолжаем. Давайте смотреть, что же здесь происходит, куда нас зовут, кто нас ждет и для чего это все происходит. С этим фиолетовым кристаллом все пошло наперекосяк. Интересные карты. Карты интересные. Большие пространства. Классические вот эти современные офисы уже ныне. Ну, выглядит так, что... Дэмит, какой же я быстрый. О, пистолет. Хорошо, это интересно. Кстати, ну, очень быстро бегает наш персонаж. Прям капец, он как... По катку прям, на катке. О, здрасте. Ты что хочешь от меня? Хорошо. Ты мне даже не сказал, что ты хочешь, ты уже говоришь хорошо. Я тебя еще даже не спросил, что ты хочешь. Я буду здесь. А, стой здесь, ты мне не нужен пока. Джеральд, помоги, Джеральд! Эй! Мой зад! Мой зад, серьезно? Я могу его спасти? Нет, к сожалению, нет. Вот вариация была бы хорошая, если бы я, допустим, смог спасти какого-нибудь ученого, то... Например, открывались бы другие возможности, например, в бонусную дверь какую-нибудь с ништячками. Потому что здесь спасай, не спасай, нафиг никому ничего оно не надо. Можно даже их убить, ничего тебе за это не будет. Ну, а так можно было бы расширить функционал. О, здравствуйте. А многие пишут, что Женя, поиграй в тот-то мод. У меня, на самом деле, многие моды интересные добавлены, на карандаше. Вот, я с удовольствием, естественно, поиграю. Когда придет время. Так, военные пошли. Кого ты стреляешь? Объясни мне, товарищ. Хорошо. Что-то, по-моему, с перезарядкой. Беда какая-то, он очень быстро перезаряжает. В смысле? Они же всегда с первого этого умирали. Эй, так, с окна. А, вот теперь да, в голову, значит, срабатывает. Хорошо. Я, по-моему, видел даже какие-то модификации, где... О, что стоит, кого ждем? Модификации, где делали по частям тела как-то расширенный... Ну, код изменяли. Движок же в открытом доступе сейчас лежит. О, нифига себе, что-то солдат какой-то другой. Ядрич, макондрич. Маска у него ковидная. Ладно, шутки в сторону. Пошли дальше. Ты откуда взялся вообще? А, о. Кстати, в прошлый раз они нам говорили. Мои припасы кончились, а что так как штаны навалило? Вот здесь можно править здоровье, кофеек пить. И здесь тоже. Ну, короче, везде, где нам попадается что-то, мы можем пить кофеек. Нет, здесь не открывается, здесь нам доступа нет. Так. Здесь я был. Вот сюда, значит, в длинный коридор. А. Ядрить, как много мест. Былой славы. А. Здравствуйте. По-моему, он даже не перезаряжая может стрелять. Давайте проверим эту теорию, сейчас посмотрим. Ну, анимация прикольная. Это, по-моему, с этого, с Делюкса добавлено. Ну да, да, он не успевает перезарядить, но стреляет дальше. Был такой баг. Ну, ничего. Так, ладно. Идем дальше. Ох ты, ё-моё. Где-то вроде бы... О, дуло, прикольно так показалось. О, лифт. Там кто-то приехал. Кто ко мне приехал? Гости приехали ко мне. Кто? Где? Или просто так? Спасибо. 6 патронов. Так, здесь нигде секреточек никаких нету. Пасхалочка. А то вдруг, мало ли, пропустил что-то. Любим же мы с вами исследовать такие карты. Во. Кошин. О. Даже нажать кнопку не надо было. Вот я бы сделал, например, чтобы нажать все-таки надо было. Потому что так вот садишься в лифт, и начинается вот это мясо. И радиус хэдкрабов надо поднять, потому что они меня как будто бы не видят, как и, в принципе, Булсквит. Булсквит что-то вообще прошляпился. Стоял, эти стояли, смотрели. Веселые ребята, однако, скажу я вам, надо сохраниться по-быстрому. Везде военные уже, то есть, получается, привет... Двери заблокированы. Надо осмотреться тут. Возможно, у администратора офисов есть запасная карта от двери. Что-то анимация постоянно, он постоянно крутит пистолет. Прекращай, братан, прекращай его крутить. Чё ты крутишь его постоянно? Так, здесь эта штука не работает. Сюда надо вставить будет ключ-карту. Эй, я через стекло бы прострелил его. О. Чё написано? Офис администратор.
А, ну тут по логике вещей, понятное дело, мы, естественно, заползаем вот сюда, ее в качель. Да ёк, давай, прыгай. Не, интересно, интересно, в целом интересно. Во, у этого хорошо сработало. Тригос. Да, здесь как будто бы разбивается, но не разбивается. Ладно. Комната администратора, то есть офис даже администратора здесь тоже не разбивается. Вау. Все, успокоились все. Так, автомат, у меня патронов нет. До свидос. Вот она, ключ-карта. Типак, иногда подлагивает, странно, даже удивительно. Так, вот ключ-карта. Отлично, карта у меня. Теперь осталось спуститься вниз. Чего там гундишь ты? Военные гундят что-то. Отлично, карта у меня. Теперь осталось спуститься вниз. Ну давай спустимся вниз. Что же там нас ждет в комнате администратора? Даже страшно представить. Даже не в комнате администратора, а... Так, кто кого бил? Не в комнате администратора, а в том кабинете, где все закрыто. А кто кого убивал-то? Я там был, да, получается, понятно. А, военные шурупунькаются там что-то между собой. Хорошо, давайте перезагрузим. Перезарядим, то есть. Угу. То есть непростреливаемое стекло. Есть время подумать, да? Все. Вот и все. Я бы здесь сделал немножко по-другому. Здесь, наверное, нужно поставить какие-то ящики или автоматы, например, и чтобы они прятались за ними. Потому что если я так забежал, то бац-бац и до свидания. То есть очень быстро все произошло. Они даже не поняли, они даже не побежали ко мне. То есть либо они должны были сами гранаты бросать, либо из подствольников стрелять. Но нет, они отказались от этого. Вот, здесь уже нажимать надо. Ладно, хорошо. И алло, гараж. А, ну, понятно. Классика жанра. Классика жанра. Все? Он падать не будет? А то я надеялся на эффект. На эффектное. Или будет все-таки? До свидания. До свидания. Коленку прострелили. О, здорово, братан. Че ты ходишь? Че ты ходишь? Все ты язвишь постоянно. О, блин. А эта штука не разбивается, естественно. А, не разбивается, слушайте. Чего? Чего ты несешь там? На каком языке это было сейчас? Да, уздрюхствол. Чего ты хочешь? Чего ты хочешь от меня? Так, а внизу там тоже что-то было, да, получается, если лестница... Там как будто бы первый этаж... Ой-ё. Вот здесь вот... Багонзи появился, смотрите, видите? Ладно. Мое дело показать. Ай-я-моя. Так, а Сайл-то что делает? Нет, кнопка вообще без активации. Надо бы ее под стекло закрыть тогда, чтобы я не мог. Блин, капец, они, конечно, ахинею несут. Там я... Там у Valve просто хитрая система. Они прям в файлах писали слова, например, там 3, 2, 1, там, закрыть, достать, что-то такое. Ну, прикольная система, на самом деле, озвучки солдат. Также и искусственный интеллект, который сопровождает нас. Это кошка. Сопровождает нас сообщениями разными. Ай, в игре. Вот, и... Там это прикольно прям было очень... Зона охрана, сэр, конец. Или цель, он сказал, что он там сказал. Вот видите, они неправильно говорят. Ай! Да, в общем. О, здесь уже не ломается, нормально. Так, там борьба началась сразу. Стоило мне только появиться. Вот здесь, наверное, надо было бы продолжить вентиляцию, чтобы было понятно вообще, что там дальше. А, понятно. Здесь можно было только... Можно только понаблюдать, да, что происходит, кто кого убьет, а кто кого убьет, кто одержит победу. Ладно, хорошо. Так, это кошка или крыса? Это кошка, но она почему-то не убегает даже. Не боится меня.
А внизу что? О, блин, там внизу тоже что-то есть. Давайте еще раз сюда пройдемся. Так, ну да, здесь, конечно, все. Мне здесь ничего не нужно, у меня все по сотне. Значит, мне дальше на лестницу и вниз же. Нет, знать враги, сэр, конец. Вот это вот, конечно, беда. Наши локализаторы молодцы. Ну, как локализаторы? Не то, чтобы локализаторы, но просто перевели все, что видели. Любые фразы. И получилась вот такая вот ахинея. И чего? А, о, здорово. Ты кто? Джеральд? Да, это я. Кроме вас тут никого не может быть. У меня есть сообщение от Стаса. Он просил сказать, чтобы ты был осторожней снаружи. Военные задумали что-то нехорошее. Хорошо, я тебя понял. Военные задумали что-то нехорошее. Сейчас узнаем. Эй, открывайся. Вот это вот косяк. Эй! Серьезно? Открывай мне двери, пожалуйста. Я успею. О, опасные ребята. Ай. Очень опасные ребята. Так, а если эту штуку жахну, то это не будет Кобзона, как при... Не, не было, нормально все. Где же эта штука стоит? Наверное, за ящиком, я так подозреваю, да? Ну да, да-да-да. Не, братан, не получится. Это темно, капец. Там что? А я могу туда забраться как-то? Ай! Это было больно. Я очень быстро перезаряжаю, поэтому сорян. Я как Клинт Иствуд на Диком Западе. О, сюда можно залезть, да? Все-таки. Ну да, все-таки. Какая-то штука здесь есть хитрая. Что тут делать? А что здесь такое? Я думаю, может, какой-то плюс тут, типа бонус или что-то опять же такое интересное. Ну ладно, нет, так нет. Ящики вообще не хотят ломаться. Карты очень похожи на оригинальных Half-Life. Немножко модифицированные, модернизированные. Вообще ничего нет, братан, это точно. Извини. Сэр, ноль движения, конец. Не, замечательно. Красавчики, красавчики. А есть у меня гранаты, нет? Я все протратил уже все, да? Ой, пострелять могу, слушайте, ура, наконец-то. Что-то я даже внимания не обратил, что у меня, оказывается, есть патроны для автомата. Что-то я прям забегался, завеселился тут весь. Как подзатыльника дал, да? Чпек! И все. Здесь смысл есть какой-то, нет, вообще это вызывать что-то? Или это где, 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 кто, кто, какая тревога? Почему она так быстро закончилась? Хорошо. Реально как подзатыльник. Звук такой, как подзатыльник даю кому-то. Братский лещ. Или царская затрещина. О май! Ёкало, вот это было прикольно, кстати. Открываемся. Я пошел. Вижу, вижу. Нет движения, тебе показалось. Что это за вонь? Не знаю. Сложность. О, вот это прикольно сделано. Здорово. Спасибо. Понял, принял. Хорошо. Ладно. Вот ты где. Окей. Порядок. Кия, полиглоты там у нас.
Ну, где же вы есть-то? Ой-ё. Иди, дамба, очисти церковь, ой-е. Нет, не пускают туда. А, там бочечка. Все понятно, быстро. Расквитались мы с вами. Так, что там? Что там? Там, наверное, припасики только и все, да? Я могу только автоматик себе, наверное, взять. О-о-о-о! Если было море пива. Так, я бы стал морским дельфином. Ну, здравствуй. Давай, открывай мне дверь, это у тебя есть доступ? Или надо вести охранника? Давай подумаем, наверное, нужно вести охранника. Я останусь здесь и подожду коллег. А, давай, жди своих коллег. А я пойду, приведу охранника. Если он по лестнице, конечно, поднимется за мной. Давай, иди сюда. Ладно, почему бы и нет. Все равно не хочу погибать в одиночестве. Да, действительно, давай быстрей. Пошли. Сейчас ты мне поможешь. Эй, ну давай, ну, братан. Ну, ох уж эти вейпоинты в Half-Life. Хотя, если правильно их прописать, то, скорее всего, там багов... Я останусь здесь и буду охранять эту зону. Да, у нас были бы шансы получше, если бы мы объединились. Ну пошли, я хочу, чтобы шансы были получше у нас, нет? Oh my garble. Давай, иди, открывай. Да. Отходи оттуда. Ну куда? Вот сюда. Почему вы, брат, идите не здесь? Да иди сюда уже. Ну. Вы видели, как что-то двигалось? Нет, давай, открывай. Вы совершенно не правы. Ладно, останусь, давайте убираться отсюда к черту. Короче, так они мне ничего и не открыли. Ни один, ни второй, все с вами ясно. До свидос. Без сопливых солнце светит. Справимся и так, значит. Так, хорошо. Ой, жестокость не предела. Ну, понятно. Так никто мне ничего не открыл. А тащить снизу еще кого-то уже не представляется возможным, потому что там никого нет, просто-напросто. О, это интересно понаблюдать. Раз, два, три, четыре, их там много. У тебя ничего не выйдет. У него ничего не выйдет. Так, ладно, хорошо. Это все весело. О. Напился кофейку, и все стало хорошо сразу. Так, нам туда. Нам наверх. Так, значит, там всех поубивали. Это понятно. Допустим. Ай-яй-яй. Так, сюда или туда? Нет, значит, туда. А здесь что? Вот здесь тоже бы, кстати, решетку какую-нибудь поставить или что-то, еще что-нибудь интересное. О, они на меня реагируют, на шум. Так, ладушки, ладушки. О, май. Идем дальше. Кто здесь? Никого. О! Товарищ, который меня хотели встретить. Здрасте, и чё? А вот и ты. Нам встретился Отто по дороге. Он-то и помог нам пробраться мимо пулемёта. Отто. Ну что, готов дальше? Энергия скафандра 100%. Я так подумал, что пожалуй, останется тут. Вместе рискнулись, а Джерик один перебил немалую часть солдат. Так, дружище, иди вперед, а мы перегруппируемся и догоним тебя. Ну, естественно, я один, вы вдвоем. Ну, хоть что. Чем они здесь работают? Понятия не имеем. Так. Никак. Никак. Везде кошки, главное, у нас так. Здесь заправляться нам не надо. Все и так, в принципе, неплохо. О. Подзатыльника дали опять. О. Так. Хорошо, допустим. Надеюсь, сзади никто не появится, там, а то ж могут появиться. А двери не закроются, потому что здесь трупов куча. Это норма. Давай, ломай.
Так. Это открывается. Пистолет. Сайло. Сайло это сюда, на поверхности. Здесь что? Слушайте, а если сюда привезти какого-нибудь дурбецелу? А, нет, все, здесь дурбецелу мы не проведем. А, вот еще косячок, кстати. Если мы прыгаем через двери, у которых нет стекол после, то мы можем попасть в скрытую зону карты, да? Так. С собой... Ну да. Так, ну здесь понятно. Открывайте, пожалуйста, мне. Вот, спасибо, хорошо. Так, все, можно идти, пока она не закрылась. Что у нас здесь? Давайте посмотрим. Так. Тайным образом проследим, что у нас тут. Ничего, пока. А. Там, по-моему, я не ошибаюсь, то... Если я не ошибаюсь, то он пока крутить будет свои башни, я уже убегу куда мне надо, по-моему. Нет. Так, я, наверное, сломал систему опять очередную, да? Так, что у нас там? Понятно. А есть что-нибудь посерьезнее, нет? Подзатылочный только у меня есть, да? Да, только подзатылочные патроны. Не, так не вариант. Ой. Эй. Интересно. Вот еще какой-то бажик. Если подойти близко к танку, то мы куда-то тут, я не знаю, в астрал какой-то уходим. Ладно, хорошо.